Страна переживает ужасную потерю. Сегодня ночью ушла из жизни советская актриса театра и кино Регина Разума. Она родилась в 51 году, 22 сентября. Окончила Рижское хореографическое училище и драматическое отделение. В 75-78 годах актриса народной студии киноактера при Рижской киностудии. В 68 и 74 годах артистка балета Государственного ансамбля песни и танца при Государственной филармонии 80-го года играла в театре имени Яниса Райниса. А с 92 года актриса Нового Рижского театра. Снималась в кино, широко известному зрителю она стала известна только после роли красавицы Марии в ленте «Стрелы Робин Гуда». Также сыграла роль в фильмах «Танец мотылька», «Афера Цеплиса». Смотрите наши новости, друзья, каждое утро. Я благодарен вам за вашу поддержку.